солнце. Кажется, что до этого огромного огненного шара можно дотянуться рукой. Однако, это иллюзия. Нашу планету от светила отделяет огромное расстояние. Если бы человеку предоставилась возможность дойти до Солнца пешком, ему потребовалось бы более 3000 лет. Солнце. Ближайшая к нам звезда. Между нашей планетой и Солнцем лежит гигантское расстояние. Это расстояние непостоянное. Его величина зависит от того, в какой точке орбиты в данный момент находится наша планета. Зимой, с 2 по 5 января, когда Земля находится ближе всего к светилу, расстояние между двумя небесными телами составляет 147 миллионов 100 тысяч километров. Состояние, при котором наша планета находится максимально близко к Солнцу, называется перигелием. Летом, с 2 по 5 июля, когда наша планета наиболее удалена от Солнца, расстояние между двумя космическими объектами составляет 152 миллиона 100 тысяч километров. Состояние, при котором наша планета находится максимально далеко от Солнца, называется афелием. Среднее же расстояние между Солнцем и Землей составляет 149 миллионов 600 тысяч километров. Попробуем представить, что такое 149 миллионов 600 тысяч километров. На таком расстоянии могли бы уместиться 16 106 транссибирских магистралей, 16 900 великих китайских стен, более 21 000 рек Амазонок, 74 800 Уральских гор, 206 629 автомагистралей Москва, Санкт-Петербург. Если бы человек имел гипотетическую возможность пешком дойти до Солнца, ему для этого понадобилось бы безостановочно идти 3415 лет. Поездка на скоростном поезде от Земли до Солнца заняла бы 121 год, а полет на самом быстром пассажирском самолете Аэробус 330 продлился бы более 17 лет. Относительно быстро человек достигнет Солнца, если сумеет оседлать американскую боевую гиперзвуковую ракету X-43A. В этом случае полет от нашей планеты до Солнца займет 1,5 года. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Чем выше ваша поддержка, тем чаще будут выходить новые видео.